друзья, с вами Ирина Маркелова Агапова. У меня угнали Instagram. Попыталась с мобильника зайти в инсту, а не тут-то было. Пароль поменяли, пыталась войти через почту, почту сменили, пыталась войти через телефон и телефон сменили. Что же делать? Я думала, что разблокировать и вернуть мой Инстаграм невозможно. Там было 1000 подписчиков, аккаунту уже 1,5 года. В общем, там будет форма «Проблемы со входом». Заполняете эту форму, вас попросят сфотографироваться, присылают на почту какой-то код. Вы должны вот так вот взять бумажку, написать свой ник, который в Инстаграме, сфотографироваться с этим кодом, должны быть видны руки и ваше лицо, которое есть у вас в Инстаграме, то есть фотографии с вашим лицом. Я так думаю, что фейковые аккаунты вы не сможете разморозить. И через 2 суток мне пришло письмо, что надо всего лишь перейти по ссылке. Я перешла по ссылке и поменяла пароль. Пароль поставила более сложный. И мой вам совет: обязательно, обязательно укажите двухэтапную авторизацию. То есть вам дадут резервные 5 кодов, которые будут требовать, если у вас хотят взломать пароль. И обязательно укажите свой номер телефона, хотя у меня его тоже поменяли. В общем, Инстаграм мне удалось свой вернуть. Надеюсь, что мой совет кому-то поможет из вас. Всем пока!